Химкинская центральная клиническая больница сможет принять больше пациентов. В учреждении откроют новую, 7-ю по счету, экстренную операционную. На эти цели выделили из областного бюджета 10 миллионов рублей. Ранее руководство больницы обратилось к депутату областной думы Александру Смирнову с просьбой о помощи. Так как мы получаем оборудование в рамках нашей областной программы модернизации оборудования, оснащения учреждений, то, в принципе, заявка, которая бы формировалась, она была бы как минимум год. Мы обратились к Александру Эрнстовичу, есть ли возможность дооснастить нашу операционную всем необходимым. Депутат Мособлдумы Александр Смирнов в торжественной обстановке вручил сертификат, отметив постоянную деятельность руководства по улучшению больницы. Но впереди еще много работы. Это не первые деньги, не первая помощь, которую мы выделяем этой больнице. Это не последние деньги, которые я буду защищать правительство Московской области. Мы очень хотим, чтобы у нас была и детская травматология, которую мы наконец-то добились благодаря взаимодействию с главным врачом Владиславом Александровичем, который открылась в прошлом году. Мы очень хотим, чтобы у нас роддом был в замечательном состоянии. Сейчас операционная оснащена только наполовину. На днях врачи получат остальное оборудование. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.